И в продолжение темы. С начала года на территории района произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. С целью профилактики дорожного травматизма несовершеннолетних сотрудники отдела ГИБДД проводят профилактическое мероприятие «Декада дорожной безопасности детей». Я хотела бы тебе вручить такую памятку. Вот девочка, держи. Да, девочки, так как правильно переходить дорогу? Дети являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения. В большинстве случаев их безопасность напрямую зависит от сознательности взрослых. Для того, чтобы привлечь внимание водителей к данной проблеме и еще раз напомнить правила поведения на пешеходных переходах, а также при перевозке детей, и проводится декада дорожной безопасности. Сотрудники госавтоинспекции совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Славянскому району проводят рейдовые мероприятия, направленные на профилактику нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними. Также в период проведения мероприятия внимание сотрудников госавтоинспекции будет направлено на нарушение правил переезда пешеходных переходов водителями транспортных средств и правил перевозки детей в салоне автомобиля. Декада дорожной безопасности детей продлится с 4 по 15 февраля. В рамках мероприятия будут проведены профилактические акции «Юный пешеход» и «Автокресло детям». Юным участникам дорожного движения раздадут памятки и светоотражающие стикеры. А с взрослыми проведут беседы, в которых еще раз настоятельно рекомендуют соблюдать правила перевозки несовершеннолетних. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».